Завершено обновление дорожного полотна на участке улицы Ленской от проспекта Фучика до Большого Чуйского канала. Капитальные ремонтные работы начались в мае. Старый асфальт убрали, а ширину проезжей части дороги расширили до 10 метров. С западной стороны будет построен тротуар шириной 2 метра. В настоящее время завершены работы по укладке асфальта. Рабочие прокладывают арки вдоль дороги. Во время выполнения работ строители столкнулись с наличием на рабочем участке больших деревьев, препятствовавших ремонту дорог. В итоге сотрудники соответствующих органов провели работу по вырубке 11 деревьев. В целом планируем закончить работу через 10 дней. На днях завершат работу по прокладке асфальта тротуара, орошение оставлено на восточной стороне. Надеюсь, завтра утром тротуар закончат. Сейчас на разрушенных дорогах улиц Арал и Деревенская ведутся строительные работы. Асфальт будет уложен на 2-километровом участке от улицы Лебесова до Османкула. На сегодняшний день заасфальтировали проезжую часть участка от улицы Лебесова до улицы Дачной. Однако на процесс влияют погодные условия. Несмотря на это, планируется завершить работы в срок. Начало года предусмотрено на 46 улиц. И объекты есть еще внутри. А из них на сегодняшний день на 16 объектах работы завершены. Улицах, да, точнее, 25 объектах, улицах ведутся работа. В конце, в этом году завершим работу. Как отметили в Бишкек асфальт-сервисе, в этом году капитальный ремонт запланирован примерно на 50 улицах города. Из них около 11,5 километров будет заасфальтировано. Всего будет построено 50 километров тротуаров. В целом же мы на дорожную работу предусмотрели около 900 миллионов сомов. Вот. И эти работы полностью, можно сказать, уже на финальной стадии. Большинство дорог Бишкек асфальт-сервис строит и ремонтирует собственными силами. В этом году власти города уделяют особое внимание улучшению инфраструктуры центра столицы и обновлению тротуаров. Айгерим Бараканова, Чингиз Рахманов, ЛТР, Бишкек.